изучить это место. Тут полно загадок. Главное из них – это останки древней Японской империи и таинственная императрица. Все началось именно с нее. Башня должна усиливать сигнал передатчика. Есть. Теперь найди аварийный радиоканал и добейся четкого сигнала на своей рации. Потом передавай. Эй! Мы здесь все держим за тебя кулаки. Спасибо. Вашу ситуацию. Обозначьте координаты и ждите ответа. Мэйдэй, мэйдэй, мэйдэй! Это Лара Крофт с Endurance. Нас выбросила на остров в треугольнике дракона. Нам нужна помощь и медикаменты. Пожалуйста, ответьте! Ну же, давай, давай! Мэйдэй, мэйдэй, мэйдэй! Это Лара Крофт с Endurance. На связи борт N-117A. Мы начали поиски, как только получили сигнал бедствия. Уже и не надеялись. Мы тоже! Мы примерно знаем, где вы, но нужен визуальный сигнал. Я что-нибудь придумаю. Курс на вас, конец связи. Лара Крофт, ты моя героиня! Эй, даже Рейс улыбнулась, представляешь? Так, нужен сигнал. Чтобы такое поджечь. Я справлюсь. Топливные баки. Это нужно как-то поджечь.
это мне и нужно. Thank you.
путь наверх. Хорошее место, чтобы зацепиться. Сейчас никак. Как я рада, что ты на ногах. Я тоже, девочка. Не понимаю, все было в порядке, и вдруг налетела буря. Просто ниоткуда. Ты ни в чем не виновата. Это я их вызвала, Рот. Эй, мы найдем другой способ. Мэйдэй, мэйдэй, говорит второй пилот. Еще один пилот. М-177А, Джессоп. Прием, прием! Вы меня слышите? Я сильно пострадал при приземлении. Мне срочно нужна помощь. Капитан Джессоп, вы меня слышите? Я подал дымовой сигнал, ответьте. Черт, он меня не слышит. Нужно идти к нему. Нет. Вон его сигнал. У нас своих забот хватает. Мы должны собраться, когда найдется Сэмми. Я не могу бросить его одного. Я должна идти к нему. Иногда нужно чем-то пожертвовать, Лара. Ты не можешь спасти всех. Я прекрасно знаю, что такое жертва. Нет. Что такое потеря? Ты знаешь, жертва — это твой выбор. Потеря — это выбор за тебя. Я не могу выбрать для него смерть, Конрад. А ты следи за развалинами. Ладно, я так не сделаю. Помогите! Что это? Кто-нибудь на связи? Рот! Я здесь, Рейс. Что там у вас? Мы шли по чьим-то следам и добрались до города. Рот, это странное место. Чем они здесь занимаются? Не знаю. Да и знать не хочу. Вы нашли Сэмми и Утмена? Пока нет. Лара с тобой? Да. Скоро мы начнем спускаться с горы, чтобы встретиться с вами. Ладно, мы попробуем подойти ближе. Будь на связи! А вот ступка с пестиком. Возможно, для растирания в ступке остались осколки костей. Надеюсь, животных.
Идем, пора возвращаться. Заткнись, дай мне Пришло время покинуть этот проклятый остров. Довольно с меня, Яматая. Трудно объяснить словами природу власти императрицы Солнца, но она явно не от нашего мира. Все мои намерения были известны императрице с той минуты, как только моя нога ступила на ее землю. Она манипулировала мной, играла со мной. Она уже все знала. Если мне не суждено выбраться отсюда, я должен хотя бы предупредить своего господина. Ему необходимо любой ценой избегать Яматая. Если нам потребуется пройти здешними морскими путями, следует соглашаться на любую объявленную пошлину, но ни в коем случае не идти против императрицы Солнца. Это приведет лишь к гибели. О другом виденном здесь, об этих мрачных кошмарах, лучше об этом не знать никому. Рот рассказал про самолет. Не волнуйся, найдем другой способ выбраться отсюда, правда? Надеюсь. Что там с Эмми? Ее следы ведут в древний японский дворец. Мне это не нравится. Не волнуйся, может, она просто зашла туда посмотреть. Ты ужасный лжец, Алекс. Тебе нужно что-то с этим делать. Удачи. Thank you.
Над головой абсолютно чистое ясное небо, и вдруг налетает буря и сбивает самолет. Это невозможно. Ты знаешь, что такое невозможно, Лара? Но этому должно быть объяснение. Всему всегда есть свое объяснение. Эти развалины еще до курганного периода. Паломничество. Императрица Пимика. Много неприятностей, но ты наивна и весьма предсказуема. Убить ее! Это они! Эти миллионы! Чемодзюри я отдеру! Thank you.
Надеюсь, не совсем заржавело. Гробницы. Императрица Солнца и ее штормовые стражи. Пимика, первая императрица Солнца.